Привет, я Никита Власов, а вы смотрите телепроект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». Мы продолжаем знакомить вас с творчеством петрозаводских музыкантов. Знакомство происходит следующим образом. Здесь, в гостеприимной студии звукозаписи продюсерского центра «Фабрика грез», музыканты играют свои песни перед видеокамерами телепроекта «Звукосниматель». Как группа называется? Почему так? Как давно играете? Группа называется Justice Around, в переводе с английского «Справедливость вокруг». Можно сказать, это то, к чему мы стремимся, то, чего бы мы хотели добиться. Нашей группе 24 июня будет ровно год. Играем мы прогрессивный рок, альтернативный рок и вот производный, но барабанщику не нравится это слово. В общем, что-то в этом вроде. У вас есть какой-то план действий, там, чего вы хотите добиться своим, допустим, музыкальным творчеством, ну, для себя? Добиться мы хотим там, хотя бы небольшой своей значимости и вот своими текстами, своими песнями, может быть, как-то изменить мировоззрение людей, направить их там на путь истинный. Первая песня как называется, о чем там? Первая песня называется «Закат, рассвет», одна из наших первых, можно так сказать, песен. «Закат, рассвет» — песня, в принципе, о людях, которые были в твоей жизни, но затем ушли. Тематика смерти тоже преобладает в наших текстах, в наших песнях. В целом мы этой песней хотим сказать, что не стоит убиваться, потому что если есть рядом друзья, они всегда помогут и придут на помощь. Провожаю одиноко закат. Все, кому ты был рад, уходили куда-то вдаль, оставляли только боль и печаль. Но так уется сталь, и мы становимся сильней. И через многие десятки лет, когда для нас погаснет свет, встретимся с тобой вновь. И путь свой мы продолжим без слов. Враг уничтожит любовь. Мы встретим вместе наш рассвет. Станет время, и кто-то уйдет. Что-то хочется, кто-то умрет. Но не забуду я родные глаза, все те улыбки, что были тогда. И я не сдамся, я стану сильней. Врагам по морде, бей, бей, бей. Друзей немного, но те, что с тобой, они пойдут в любой бой. Провожаю одиноко закат. Все, кому ты был рад, уходили куда-то вдаль, оставляли только боль и печаль. Но так уется сталь, и мы становимся сильней. И через многие десятки лет, когда для нас погаснет свет, встретимся с тобой вновь. И путь свой мы продолжим без слов. Враг уничтожит любовь. Мы встретим вместе наш рассвет. Проходят дни, проходят ночи, и наша жизнь становится короче. Но в наших силах все изменить и стать чуть лучше, и счастью жизнь прожить. Не убивайся из-за всякой ерунды, судьбу свою вершишь ты, только ты. Хороший друг тебе всегда придет на помощь, лишь только попроси. Не убивайся из-за всякой ерунды, судьбу свою вершишь только ты.
хороший друг всегда придет тебе на помощь. Ты только попроси, и он придет, и он придет, и он придет, придет. Позитивные песни, да, у вас? Нет, наоборот, как раз-таки, наоборот. В наших песнях тематика преобладает про человеческие проблемы. Вот, из них это дружба и предательство, любовь и смерть. Любовь и предательство, точнее, жизнь и смерть. Война. Войны, да, мы поем. И вот прочие пороки человеческие. Вторая песня называется «Нет войне». Ну, в принципе, я думаю, здесь уже от самого названия можно понять, о чем она. Я думаю, что все здравомыслящие люди хотят жить в мире, в согласии, без войны. Вот, потому что война – это самоутверждение для всяких диктаторов, политиков и прочих вот этих вот слоев населения. В принципе, «Нет войне», я думаю, понятно. Не нужна!
На сегодня это вся музыкальная программа. Я, Никита Власов, прощаюсь с вами. Увидимся через неделю. Здесь же, в гостеприимной студии звукозаписи продюсерского центра «Фабрика грез» при световой поддержке магазина технологии света. Далее в нашей программе анонсы ближайших концертов и различных развлекательных мероприятий, подробнее о которых вы можете узнать из паблика «Петрозаводские концерты» в популярной социальной сети. Все выпуски программы «Звукосниматель» на сайте телеканала по адресу tnt-onega.ru и в группе телепроекта и телеканала ВКонтакте. Кладбище ждет вас. Всем похило. 29 октября в клубе «Убежище номер один» три тяжелые команды из Санкт-Петербурга вновь сыграют мощный сет и покажут, что такое настоящий метал. Corroded Realms – бородачи севера, играющие южный рок в лучших традициях жанра. Stubborn – бронебойная формация, суровые питерские хардкорщики уже в третий раз посетят Петрозаводск. Cemetery – метал-панк из северной столицы, презентует новый яростный мини-альбом. Поддержат угар местные команды. Концерт «Тройное питерское проникновение», часть 2. 29 октября, Петрозаводск. «Тройное питерское проникновение». Corroded Realms, Cemetery, Stubborn, клуб «Убежище». Мы ждем тебя!